Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, фотографов, скульпторов, их автобиографии. Жан-Мари Виллар, французско-бретонский художник и фотограф. Родился 3 января 1828 года, я пользуюсь Википедией переводной. Его отец был плотником и подрядчиком, который хотел, чтобы его сын стал интеллектуалом, но Жана больше интересовало рисование углем в мастерской. Учился в начальной школе в Дуарнене и в средней школе в Кемпере. Затем поступил в педагогическое училище в Рене. Мечтая стать художником, брал уроки у Огюста Гуя. Гуй поощрял его стремление стать художником, но вскоре Виллара повысили по должности преподавателя в школе для мальчиков в Бресте. Именно там он начал получать дополнительную зарплату, занимаясь фотографией. Встреча с фотографом Пьером де ла Бланшером оказалась решающей. Он разорвал свой контракт со школой, получил заявление о непригодности к военной службе и последовал за своим новым работодателем в Париж в 1855 году. По прибытии он познакомился с Надаром и работами Луи Дагера и начал приобретать некоторые знания в области химии. Продолжал заниматься живописью и к 1864 году был уже постоянным участником выставок в салонах. Большинство его полотен были пейзажи и жанровые работы. В 1870-м после отъезда из Парижа женился на Александрине Латрес, невестке своего брата Жозефа. У них было 5 детей, в том числе писатель Рене Виллар и художник Абель Виллар. Основал мастерскую, когда его брат Жозеф заинтересовался фотографией, мастерская была передана ему, чтобы Жан мог посвятить все свое время живописи. Жозеф превратил мастерскую в издательство Мейсон Виллар, выпускавшее открытки, которые теперь стали предметами коллекционирования, известными как коллекции Виллар Кемпер. Ему пришлось уйти с преподавательской должности в 1893 году после приступа пневмонии. Повторяющиеся легочные инфекции окончательно ослабили его здоровье, и он вернулся в Луаре умирать. Умер 16 августа 1899 года в Луаре. Сын Абеля Виллара, Роберт Пауло Виллар, также стал художником. Вот так вкратце из переводной Википедии о французско-бретонском художнике и фотографе Жан-Мари Виллар. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.